Как появился вообще Кубок Лимана? Ну, мы же одесситы. Одесситы, да? Вот. Ну, мы должны думать о себе, правильно? Что нам думать о ком-то? Ну, мы ездили по всем городам. Ну и 2004 год, это уже начинался как бы небольшой кризис. Но любой вид спорта, любой бизнес, это все связано с деньгами, да, с финансированием. Вот. Если мы куда-то далеко уезжаем, это опять связано с теми же деньгами, расходом на топливо, на гостиницы и так далее. Но мы подумали, думаем, чего мы должны куда-то ехать. Пусть к нам в Одессу ездят, а мы дома будем. То есть и минимизировать все эти расходы. Но на основании этого мы сначала сделали для себя как бы одесская гонка, думали, будет. Вот. И первая гонка вообще у нас прошла в Дюковском парке. При том, что дистанция скоростного участка, она даже до километра не доходила. Меньше километра была. Несмотря на это, на первую гонку собралось достаточно большое количество спортсменов, приехали из других городов. И за несколько лет, если почитать как бы вот историю Кубка Лиманов, да, что она была создана, эта гоночная серия, для привлечения молодежи, новичков, которые могли бы наряду с опытными пилотами поездить, то Кубок Лиманов получил признание и уже у именитых спортсменов, и перешло уже как бы в чемпионат Украины. И сегодня мы проводим не только в Одессе эту гонку, этапы проходят и в Мариуполе, и под Винницей, в Винницкой области. Мы проводили и под Киевом, мы проводили даже один год, мы провели этап в Молдове. Как бы выездной такой делали, и тоже много спортсменов собралось. К нам периодически приезжают поляки, к нам периодически приезжают те же молдаване, турки. То есть, если взять историю, то за историю существования Кубка Лиманов у нас были пилоты и из Литвы, и там Эстонии, России, там Греции. То есть, мы не можем сказать, что мы стоим на месте. Вот. Поэтому вот. А почему Кубок Лиманов? Ну, во-первых, на межлимании, между двух лиманов. Ну, отсюда и появилось вот это название Кубок Лиманов. Ну и где бы мы ни проводили какие соревнования, возле спортивной трассы, все равно мы находим какую-то лужу. То есть как бы большой или маленький водоем, он присутствует при всех наших соревнованиях. Вот отсюда и взялось название Кубок Лиманов. Но скажите, это проходит в статусе чемпионата сегодня. То есть, если многие думают, что это кубок, то они ошибаются. Проходит на самом деле это чемпионат.